Всем привет, ребят. Ну что, сегодня у нас битва гильдий на Китайке. И есть слабенькие, скажем так, ну не слабенькие, как обычно, здесь трешовые расты уловые. Ну, соответственно, мне нужно будет здесь Атланта. Я решил сегодня прокачать его, побегать на битве гильдий. И просто потрешивать, ну не знаю, тут здесь всегда скучные битвы гильдий, но это Китайка, и тут ничего не поделаешь. И вот такая вот сборочка, там, не знаю, или пятерку, там, или какое-то выживание вы не поставите, будет неплохо смотреться на данном герое. Сейчас мы сделаем ему эволюцию и немножко подкачаем, сделаем ему мутацию и потрешуем уже по битве гильдий, и потом я дальше буду его использовать на древних, потому что против зеленых, скажем так, есть там у нас зеленые локации, где, в принципе, даже кинуть не надо. Против зеленых смотрителей реально атлант нужен, где герои с автопроком. Стрелок, там Фрэнки есть, ну очень много разных вариантов, даже те же самые Некросы, тоже нужен будет хорошо прокачанный атлант. Так, окей, делали мы ему аугментацию. Сейчас, или еще не, еще мы не сделали, но теперь вот точно сделали. Есть плюс 3. Так, у меня тут пиромаг стоит на смене. Сейчас я посмотрю, кому там для архидемона будет пиромаг нам нужен. Не займался здесь чарами на героях. Так. Так, на стрелке есть. А ведь есть. Медуза тоже есть. Четверка. Так. Химка стоит. В принципе, можно и на Атланта даже кинуть. Накинем, пусть пока будет. Все равно больше некому. Вон, ничего себе, у меня даже карты и коробки здесь есть, отлично. По созвездиям, в принципе, можно собирать. Ну, лучше всего собирать. Это жизнь уклонения. Но уклонение здесь нам не особо нужно. Точность тоже, как видите, можно просто пятерки собрать. Я сейчас побольше жизни постараюсь натащить. С уклонением по нему будет, конечно, мисать, но это не критично, все равно попадать будут. Так, жизнь есть, атаку смысла особого нету. Крит сопротивление еще можно попробовать, но опять же, это не особо спасет вашего героя, его все равно будут шатать. Так, точность крит. Это вообще жесть. Так, крит сопротивление. Чтобы не с одной плюшки Фрея уносила. А с двух. Так. Честно говоря, здесь можно не заморачиваться. Тем более, если вы играете без доната, вам эти созвездия на нем не особо дадут какую-то помощь. Так, точность. Ну, пусть будет точность. И сейчас еще два каких-то вырубим. Такс. И пойдем трешивать на битву гильдии. Ну, пусть будет вот так. Так, окей. Давайте сейчас докачаем немножко и там шатать, ломать вражеские расты. Можно было бы, в принципе, даже без эволюции бегать.
это не особо бы, скажем так, на что-то повлияло, но хотя бы доведем его до ума немножко. Так хоть можно ему интересное поставить. Так. А толку уже от той эволюции, если артов нету. Нужно будет книг подкопить. Обнови. Так. Отлично. Нам, в принципе, этого даже хватит. Вот такая вот сборочка будет. Можно даже так оставлять. Пусть будет. Так, что по героям возьмем с собой? Бигфут, Атлант. Рэя пусть будет ворожай. Ну, в принципе, он не особо нужен. Махатма. Давайте вместо Бигфута поставим просто дерево сюда. Если надо, будет резнуть. Так, поехали. .340 Эту гильдию не трогаем. 370 по 400. Ну, то, о чем я говорил, угловые вот такие вот расты. Самое главное, конечно, чтобы он включился. Сейчас попробуем так выкинуть, чтобы он включился. Вы видите, что будет с вражеских героев сейчас. Вот он включился. Так, была финка, слилась. Огнекрыл тоже, как видите, ушатался. Кто там у нас остался? Асурик остался. Асурик, богеман, который не убивается. И давайте вот так вот попробуем. Вот он опять включился. Смотрим. Смотрим дальше картину, как топовые герои себя будут убивать. Ну, все. Вот. В принципе, вот для чего нужен... Даже без донату этот герой. То есть, если такая раста есть у топа, на китайке она есть, можно свободно себе. Вот смотрите, какой злобный бугимен. Против Фрейи, конечно, тут. Вот ему тоже, видите, 5000 отражалка идет у меня на Фрейи стоит. Вот и все. Вот и вся остановка. Без донатов, да, можно там пройти его другим способом, но если у вас есть Атлант, то это уже пол победы будет для таких именно расстановок. Конечно, нужна еще и ремка и дерево для реса, если что. Так, окей, с этим мы разобрались, поехали следующего пройдем. Так, тот же самый вариант. Вот видите, здесь даже оживы нету на огнекрыле. Вот, слили вражеского огника, осталось у нас там Фрейя. Ворожая, видите, как сразу Фрейка слила. Себя жесткие, даже такая вот раста, как видите, смотрите на Фрейю вражескую. Ну, тут Махатма, Фрейя, главное, чтобы правильно по линии стало и без проблем сольете. Ну, мохнатка, как видите, тащит везде. Еще неплохо собирать зеленого смотрителя. У меня тут из-за того, что ворожей, Махатма, можно, в принципе, Махатму убрать, все равно у нас не получится. Зеленым будет даже получше смотрителем. Так, 358. У нас, по-моему, 370.
340. Так, это я 370. Но тут уже Атлантам не получится так побегать. Я срез на своих героях. Попробуем так забежать. Ну вот у него зеленый смотритель, и, конечно, моим будет все печально проходить. Сейчас посмотрим. У него фрай, я думаю, тоже есть. А, я не успел. Что, нету у него фрей? Ну, если нету фрей, то в принципе. Сейчас мы попробуем где-то отсюда забежать. Без фрея, я вам скажу, это не раста. Ну, возможно, там еще огнекрыл его может сможет что-то сделать сейчас. Ну, не знаю, я в этом очень сомневаюсь. Ну, хотя у него зеленый смотритель. У меня есть мохнатка. И... вот так вот. Даже это не спасло. Так, ну, нету фрей, у вас есть фрей, вы спокойно пройдете. Если есть на вражеской базе фрей, вы тоже можете подбором определенных героев тоже налегке пройти. Так, что у нас тут? 358, 355, да? Тут нету огника, тоже в принципе проблем с прохождением раста не будет никакой. Но есть фрея. Что-то у него фрея как-то вообще не кусается. Странно. Говоря, очень странно. Смотрите, я его фрая практически заколупал уже. Не знаю, чем она там у него собрана, но как-то печально все. Такс. Ну, идем еще одного, 355. Так, что тут у нас? Вольт, ой боже, тут столько всего. Спасло бы оно, конечно, его и фрея сразу включилась. Ну и отлично. То, что нам надо. Ну, ворожая фрея бьет. Можно именно тавром пробежаться при надобности. Далековато и Атланта выбросил, конечно. Ну, как видите, выживание вот в таких вот ситуациях неплохо смотрится, конечно. Не всегда оно спасает. Так, Анубиса что, почти добили уже. Короче, вечный бой будет таким
попробуем сейчас поближе зайти отсюда. Такс. Раз. Два. Не дожил. Так, ладно. Не буду я над ним заморачиваться. А, тьфу ты, чё мы его вообще бьем? Здесь 360. Так, идем через фрейку. Вот, кстати, когда фрейя тоже выбегает вот образом, это тоже очень хорошо. Мы в первую очередь ее сливаем, потом у нас останется вот как в данном случае только огнекрыл. Даже можно мохнатку кинуть, если конечно ее сейчас не сольют. Слили. Ну и все, видите, мохнатка очень хорошо мешает вражеской фрейе. Не знаю, конечно, что дальше будет, можем слиться. Ничего себе, посмотрите, как оживают прям. процентов, ребят, кидаем сюда. Кто там у нас остался? У нас один огнекрыл. Так, атлант включился, отлично. Если что, у нас есть еще дерево на запас. Ну что-то как-то вражеский огнек не особо прокачанный. А, там и Атлантик подбежал. Вот так вот. То есть ничего, в принципе, сложного тоже нет. И 4270. Ну, такое. Что-то у меня не проходит пока. Все, пишите комменты, подписывайтесь, лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.